Проблема состоит в том, что мы начинаем строить спектакль своей жизни, не изучив вообще ключевых составляющих, из чего эта жизнь состоит на самом деле. Мы не понимаем ни нашей собственной психики, ни наших собственных эмоциональных реакций. Мы не понимаем, как работают наши мозги, как мы думаем, мы не понимаем. Мы думаем просто потому, что нам так захотелось. Вот. То есть мы на самом деле пытаемся делать театральную постановку, не имея ни малейшего представления о том, что такое. И в результате ни Цирка дю Солей, понимаете, ни Ла Скала, понимаете, ни Формула-1, который тоже на самом деле спектакль. Ну, вот. Поэтому если вы собрались делать свою жизнь, вот, ну, вы должны знать про нее ключевые вещи, из которых она складывается.